Пакистан поставит Украине большую партию снарядов к натовской артиллерии. Украина договорилась с Пакистаном о поставках 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами. Преодолеть Украине снарядный голод поможет, в том числе и Пакистан. Принято решение о поставках ВСУ артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм. Поставка будет осуществлена морем. Планируется передача контейнеров со снарядами, которые прибудут в порт польского Гданьска. Дата пока неизвестна. Помимо боеприпасов калибра 155 мм, будут переданы метательные заряды, капсулы М-82 и взрыватели ПДУ. В обмен на вооружение, как сообщается, Украина будет оказывать Исламабаду помощь в ремонте и модернизации вертолетов Ми-17 и танков Т-80. Украина и Пакистан – давние партнеры в сфере поставок вооружения. За последние 30 лет общая стоимость военных поставок между двумя странами превысила 1,6 миллиарда, однако это будут первые поставки Пакистаном вооружения Украине с начала полномасштабного вторжения в СРФ. Напомним, что осенью 2022 года Великобритания передала Киеву часть вооружения, которое держала на своей пакистанской базе. Украина намерена начать большое контрнаступление уже весной. Для создания ударного кулака ей требуется бронетехника и больше количества снарядов. Украинцы сейчас накапливают силы для решающего рывка, потому пакистанские снаряды будут не лишними в этой операции по освобождению территорий.